Всем привет, ребята! Сегодня будет небольшой ролик с одной определенной проблемой. Шаги ВКонтакте, мини-приложение. Все было нормально до определенного момента, а затем просто перестали они работать. И мы видели вот такое вот сообщение. В интернете по этому поводу вообще ничего не нашел, но проблему решил. Сейчас покажу, как. Если у вас случилось то же самое, то есть у нас здесь появляется надпись «Разрешить доступ Google», но доступ Google никак не разрешается. Нажимаешь, ничего не происходит абсолютно. В общем, как с этой проблемой справился я? Для начала я скачал Google Fit приложение, потому что контакт напрямую работает с ним. Но тоже ничего не удалось. Google Fit у меня не получилось подключиться. Нажимаю «Войти в аккаунт», а мне пишут, что не удалось подтвердить аккаунт, так как нет соединения с интернетом. Проверить соединение с интернетом. В общем, тоже, что я не делал, ничего не получалось, как вышел из ситуации. Значит, нам понадобится просто VPN-приложение. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с какими-то санкциями. Вот у меня есть такое приложение VPN, Secure VPN называется. Мы в него заходим, здесь есть бесплатный вариант подключения. Просто подключаемся. Нажимаем «Подключиться». Затем заходим в Google Fit. В Google Fit авторизуемся со своего аккаунта Google. Вот у меня уже авторизовано. До этого не получалось никак. Но затем, когда я уже перешел во ВКонтакте, у меня даже эта картинка и не появилась. Сразу у меня заработали шаги. То есть вот такая вот история интересная. С чем это связано? Возможно, какие-то опять Google IP-адреса российские забанил. Возможно. Хотя проблемы у моих друзей такой не обнаружилось, только вот у меня. Реально не знаю, с чем это связано, но вот так вот я решил проблему. Значит, мне понадобился приложение Google Fit, дальше приложение Secure VPN. С помощью него я включил VPN, то есть как бы сменил IP-адрес на Германию, я подключал. Вот, и затем настроил аккаунт Google Fit, и шаги заработали. У кого такая проблема, вы в интернете не можете найти, вот, пожалуйста, вам решение. Не знаю, насколько она глобальная, но сейчас выложу ролик, и мы как раз посмотрим. Всем спасибо, надеюсь, что я смог вам помочь.